В завершении своего короткого выступления композицию «Вдогоночку». «Вдогоночку»? «Вдогоночку» об интернете. «Подлодочку»? Ну, по степи вы мили, Лёша, конечно же, хочется на лодочку переходить. А я вот всё мёрзну. Когда мне Алексей сказал, что он собирается 5 декабря здесь справлять свой день рождения, я не знаю, насколько здесь будет тепло 5 декабря, потому что надо топить здесь в 2 раза сильнее. Спинка, понял. Ну, не задерживаю вас. Еще одна Просто пойман сеть, нужен новый контакт.